Ірина Скворцова, заступник голови громадської організації «Урбан Миколаїв», Артем Білий, голова громадської організації «Урбан Миколаїв». Так, і ми зустрічаємо наших гостей в студії. Доброго ранку вам. І, знаєте, одразу хочу вас привітати з перемогою, бо це дійсно круто. Я знаю, що два ваші проекти все ж перемогли. Ми забули ще другий проект включити, але знаю, що два проекти перемогли. Це дійсно дуже круто. Ви просто круті цього року з такими перемогами. І хочу все ж спитати. Екобульвар і облаштування кільця. Так, я розумію, два проекти. Розкажіть трошки про них детальніше. Що плануєте зробити? От те, що, можливо, щось хтось не прочитав, не знають. Давайте нагадаємо, що планується зробити. Во-первых, экобульвар, да, это был большой проект. Почему экобульвар? Почему экологический бульвар? Во-первых, мы планируем в благоустройстве применять материалы, которые экологически чистые. Например, это плитка клинкерная, это различные растения, кусты, многолетники, хорошо адаптированные к нашему жаркому климату. И ряд инновационных мероприятий, о которых подробнее расскажет, например, Артем. Артем, пожалуйста. Здравствуйте. Так. Спасибо за поздравление, но я хотел бы акцентировать внимание, что это не только наша победа, это победа всего города, потому что наша основная идея – это как раз сделать такую небольшую матрицу развития всего города, показать, как же все-таки общественными усилиями мы можем наш город изменить к лучшему. И каждый, кто отдал голос за этот проект, в принципе, я думаю, детально ознакомился, мы и рассказывали, и листовочки раздавали. Но что конкретно там будет, помимо клинкерной брусчатки, мы изначально планировали даже установить умное дерево, да, которое там бы генерировало электроэнергию, но на данный момент в этом проекте его нет. То есть на усмотрение граждан, если его поддержит отдельно это дерево, то мы его тоже, я думаю, сделаем. А что же входит в проект громадского бюджета, то это замена полностью системы освещения, которая отсутствует. На территории бульвара на данный момент освещение, то, которое установлено, оно установлено за наш счет, и, в принципе, это наше освещение там стоит. Поэтому мы сделаем его такое, каким оно должно быть. Это садово-парковое освещение, светодиодное, экономичное, которое будет не только осветить, но и экономить бюджетные средства. Так, потом, дуже круто, не что немаловажно, правда. Потом мы планируем установить там сеть Wi-Fi для комфортного отдыха, систему видеонаблюдения, которая в будущем должна быть подключена к системе «Умный город» для безопасности. Скажем так, из садового паркового искусства, да, это хорошие, красивые лавочки, удобные, комфортные. Это велопарковка, это клумбы и цветы насаждения. То есть много-много всего. Плюс обустроить переход, пешеходный переход по улице Севастопольская. Там, к сожалению, тоже отсутствует полностью тротуар и мощение какое-либо. Люди ходят, по сути, по грязи. И немаловажный такой фактор. Этот участок бульвара по Садовой люди переходят в любом абсолютно доступном месте, где они хотят. Поэтому мы хотели бы сделать таким образом, чтобы людям было комфортнее все-таки и безопаснее переходить там, где это нужно делать, а не просто среди машин пробегать и между кустов. Мне кажется, после того, как это реализуется, это будет очень крутое и популярное место среди молоді, потому что много такого для молоді. Я думаю, та, и для всех містян будет очень цікаво. Мы надеемся на это, да, что это станет любимым местом. Облаштування кільця – це ще один проєкт, який отримав перемогу, підтримали його містяни. От розкажіть про це. Чому вибрали саме теж таку місцину, що його варто обробити? Уже несколько лет мы пытаемся донести до городской власти, что наше благоустройство требует не только поддержания, требует изменений. Мы предлагали ввести в благоустройство многолетние растения, многолетники. То есть это те растения, которые не требуют за собой особого ухода, они многолетние, то есть они у нас зимуют, они прекрасно размножаются, то есть это дополнительный посадочный материал ежегодно, что, согласитесь, очень будет экономить наш городской бюджет, потому что не секрет, в нашем засушливом климате довольно большие средства мы тратим и на поливы, и на высадку однолетних растений.
Тобто це і зекономить трошки, так, витрати конечно. Міста? Конечно, це навіть не трошки зекономить. Не трошки, так. Да, це буде хороша економія. Це ежегодна практика висаджувати однолітні рослини. Тобто кожен рік, наскільки я пам'ятаю, два рази в рік висаджуються однолітні рослини на всіх, ну, практично на всіх клумбах. Высадив один раз многолетнее растение, эта проблема избавляется. А каждый росточек цветка однолетнего стоит денег и, в принципе, угу. не маленький. Поэтому это колоссальная сумма на самом деле. От, ну це круто. А звідки взагалі, от коротенько, звідки взялась ідея так створити от, і облаштувати саме ці місця, чому не інші вибрали? Это вообще, чесно сказати, стара історія. Стара дуже історія, да, вона послужила созданню вообще нашей общественной организации. И это наш первый проект, который, собственно, объединил нас в общественную организацию, поэтому мы его в любом случае реализуем. И почему именно здесь? Вы обратите внимание на улицу Садовую. По одну сторону проспекта центрального благоустроено, фонтаны, ну не будем, там есть тоже много нюансов, но по крайней мере там есть место хотя бы для прогулки, да, то есть есть фонтанчики, есть деревья, есть какая-то обустроенная территория, есть урны, смотрим по другую сторону. Там ничего, ничего нет. Я немного дополню Артема. В 2016 году мы представили свой проект на Николаев Urban Day. Поддержали горожане, им очень понравилась такая идея, поэтому мы вот шли к этой цели. И мы, да, на Urban Days мы подошли основательно, предоставили, показали людям 3D-принтер, на котором была напечатана 3D-модель этого бульвара. Подходил мэр и тоже высказал нам свою поддержку о том, что да, действительно такие инициативы нужны. И, в принципе, местные жители нас тоже, ну, практически единогласно тоже поддерживают, потому что хотелось бы, выходя даже на балкон, смотря из окна, прогуливаясь с детьми, все-таки видеть облагоустроенную территорию, которая, в принципе, она есть, но ее нужно просто привести в порядок, в надлежащий вид. И вместе, я думаю, у нас все получится. Название нашей улицы Садовая предполагает сады, цветы, красоту. То есть наш проект несет горожанам красоту, решает несколько проблем, которые в городе наболели. Да? То есть молодое поколение имеет свои требования к общественным пространствам. Мы хотим создать такое общественное пространство, которое будет очень нравиться молодежи. Ну, це круто. І я знаю, що дуже скоро воно все ж реалізується, і будемо ходити, милуватися цією вулицею. Я думаю, молоді там дуже, дуже багато буде, тому що класне місце. І підтримку містян ми все ж бачимо, ваші проєкти стали переможними. Тож, чекаємо на їх реалізацію, і дякую вам взагалі за таку ідею, за те, що покращити місто. Я нагадую, на студії були Ірина Скворцова, заступник голови громадської організації «Урбан Миколаїв», та Артем Білий, голова громадської організації «Урбан Миколаїв». Ми дякуємо вам за такі проєкти. Бажаю успіху і далі, щоб все вдавалося і, можливо, нові ідеї.